Эта девочка упала в воду на крыше, чтобы забрать свою школьную сумку, и так и не выбралась. Самое странное, что с того дня из резервуара часто была черная вода, из потолка часто текла вода. Однако поначалу жильцов это не волновало, пока однажды маленькая девочка, жившая этажом ниже, не увидела прядь волос, торчащую из крана. В то же время кран в ванной открылся сам по себе, и оттуда начала вытекать вода. Маленькая девочка попыталась закрыть кран, но не смогла сделать это. Черной воды становилось все больше, и вскоре она заполнила всю ванну, а впосле она переполнилась. В этот момент вода в ванне забурлила, и внезапно из нее появились руки, затягивая маленькую девочку в воду, и она отчаянно сопротивлялась. К счастью, мать услышала звук и прибежала посмотреть, что ее дочь захлебнулась водой, немедленно подняла ее, готовая отправить в больницу. Однако, когда она вошла в лифт, дверь не закрылась.